Всем привет, друзья! С вами Игрок, который сегодня мы играем в GTA 5. Сегодня мы найдем банана-пожирателя, который жрет всех подряд. Он находится в секретной лаборатории, в секретном месте. Точнее быть, в военной базе. Нам нужно туда проникнуть, но прямо сейчас, прямо вот ты должен поставить лайк. Давай! А то банана-пожиратель нас сожрет! Хо-хо! Я не хочу, чтобы меня бананчик сожрал. Наверное, ты тоже. В общем-то, сегодня мы направимся. У нас уже тут, смотрите. Вы что, ребята, сдурели? Слышь, не офигели вы случайно? Меня останавливать. Пошел вон. Оу. Ёшкин кот. Это... Вы видели? Оу, еще одна взорвалась. Что происходит? Я не виноват, ребята. Это вы сами виноваты. Вы сами виноваты, что за мной бежите. Пошел вон. Ё-моё, тут цистерны взрываются. Надо быстрее валить отсюда. В общем, находится банана-пожиратель в военной секретной базе. Эта секретная база засекречена. Засекречена своим присутствием. Туда попасть не просто так. Когда мы туда попадем, там будут 4 звезды. И нам дадут 4 звезды. За нами будет гнаться полицейский. Так, мы на Ламборгини. Или какая-то машина непонятная. Едем. Едем. Спокойненько. От этих полицейских убегаем. Надеюсь, они меня не тронут, как бы, в этот раз. Все, вроде они потеряют сейчас меня. Давайте, потеряйте, ребята. Под такой закат мы едем. Мы едем в эту секретную базу, военную. Это реально секретная база. О! Ребята, вы не офигели врезаться в меня? Это реально секретная база, в которую вообще нельзя попадать. Но этот банан-пожиратель, он находится прямо там. Его там в засекреченном месте держат. И нам нужно туда попасть. Что бы ни случилось, кто бы нас не останавливал, вместе с тобой я тебе покажу его обязательно. Смотри до конца. Потому что банана-пожиратель, он жестко страшный и мощный. Я был в шоке, когда я узнал, что он там находится. Поэтому быстренько нам нужно доехать оттуда. Вау, какое погодное условие. Слушайте, прям под закатик. Залетейший нормально. Так, разворачивайся, едь. Ребята, вы меня не догоните, у меня сегодня Ламборгини, так что... Ребята, не ваш сегодня день. Давайте отдохните, сделайте себе перерыв. Ау! Ау! Ребята, не врезайтесь в меня, вы что, сдурели? Так, банана-пожиратель, что ты о нем знаешь? Это настоящий банана-пожиратель. Это, как знаете, пожиратель-поезд, пожиратель-горка. Только тут банан! Вот вы когда-нибудь кушали банан? Напишите комментарии. Вы бы хотели бы, чтобы вас банан сожрал? Вот теперь мы поедем к нему, к такому монстру. Так, ребята, либо вы успокаиваетесь, либо я разозлюсь сейчас на вас и... Ребята, ну вы зря. Выходи давай, тачки. Выходи из тачки. Так. Ребята, вы это зря, конечно. Так, у нас тут сельская местность. Тут на самом деле играл чел на гитаре, вот видите? Тут музыка играла. Они все разбежались. Это секретное место. Тут, смотрите, свинюшка. Вау. Смотрите, чел бежит. Он в воду. Он в воду хочет. Эй, чел. Куда пошел? Нет. Прошу. Я тебя прошу. Yes. Ребята, успокойтесь. Руки вверх. В скобочках нет. До свидания. Я их обманул. Завел в эту деревню. Но теперь эти полицейские мне ничего не сделают. Я просто побегу. Так, мне нужна срочно машина. Срочно нужна машина. Ищем тачку. С тобой вместе. О. Моцик! Пошел вон! Сваливай! Мне нужно добраться до банана-пожирателя. 4 километра мне ехать. Твою ж налево. Это не халам-балам, так сказать. Так, ребята, полицейские, успокойтесь. Ау! Я раздавил койота! Ё-моё! Это, блин, реально жалко. Ну, ничего страшного. В общем-то, банана-пожиратель, он действительно жрет всех подряд. Так, ребята, авторские права, как бы, я все понимаю. Эй, олень, ты что там делаешь? Олень из будущего. Вау! Ау, блин! Смотрите, чел стоит такой без понятия. Чел без понятия стоит. А ну-ка, вышел с тачки! Вышел с тачки, говорю! С тачки вышел, быстро! Мне нужна твоя тачка, тем более твой минивэн. Он прям идеально подходит.
мы доедем как раз. Как раз таки доедем в полночь. То есть, когда уже будет ночь. Хромящая ночь. Ау, щелекопау. В общем, едем. Едем с тобой. 3 километра осталось. Полицейский, отвяньте от меня, прошу. Хватит за мной ездить, ходить. Я вот, я сейчас разозлюсь, и банан-пожиратель будет вас съедать. Полицейский, успокойтесь, пожалуйста. Ё-моё, смотри, лянь, что он делает. Так, что за дорога странная? Куда вообще я попал? Ребята, ребята. Ё-моё. Ну все, ну все. Вы меня разозлили. Ребята, вы меня бесите. Давай тебя тоже, давай тебя тоже. Тебя тоже давай. Давай. На! 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 Пау! Пау! Все, до свидания. Ёшкин кот, вот это они меня разозли... Что происходит? Дайте мне увидеть банана-пожирателя! Сколько можно? Франклин такой. У него одно лицо, ему все равно. У него нет эмоций, совершенно. Побежали, побежали, побежали. Все, от них главное убежать, главное убежать. В общем, банана-пожиратель, он находится в секретной военной базе. Эта секретная военная база, она действительно секретная. И к ней лучше особо не приближаться. У меня будет 4 звезды. У меня будет действительно много проблем, если я туда приближусь. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы сейчас направляемся прямо туда. Военная база, вот она! Ё-моё! Не кричи, все нормально, я с тобой, Франклин! Банан-пожиратель. Он будет сейчас нажирать своей пастью. Так, смотрите, тревога. Какая-то тревога уже. Мне эта тревога не нравится. Залетаем! Скрытно, скрытно. Ребята, я прилетел к вам, гости. Кто? 4 звезды! Ребята, успокойтесь. Они меня караулят. Так, ищем. Ау! Тут танки на меня напали. Реально быть осторожным надо. Ищем секретную вышку, где находится... Этот банана-пожиратель, вон она секретная вышка, давай. Быстрее, быстрее беги. Машину возьмем и поедем туда. Давай, давай, давай. Поехали. 4 звезды, смотрите, сколько полицейских, сколько военных меня пытаются прикончить. Так, давай, едь быстрее. Поехали. Смотрите, ничего не могу сделать. Ла-ла-ла, тра-ла-ла. Быстрее, быстрее, банан-пожиратель, я к тебе еду. Я к тебе еду. Я спасу тебя, банан-пожиратель. Так. Отлично. Пожиратель бананов, ну да. Заезжай сюда. Ух ты, что это было? У меня капот слетел. Вот, сюда давай, выходи. Выходи, выходи, выходи. Отлично. Так. Капец, сколько за мной, смотрите. Ау! Чел, куда ты залетел вообще? Смешно так на самом деле выглядело. Давай. Ау! Залази сюда, заходи! Вот, секретная база, друзьяшки! И в эту секретную базу мы заходим прямо сейчас вместе с тобой. Мы должны забраться на верхний этаж, то есть самый верх, где никого нет. И там банана-пожиратель. Вот только смотрите, полицейские уже сюда забраться не хотят. Так, я предлагаю сделать так. Банана-пожиратель! Что?! Что? Банана-пожиратель? Это ты? Ёшкин колокошкин! Ху-ху-ху! На тебе, леща, за то, что ты тут находишься, а не в другом месте! Что? Он уснул? Я его прикончил! Чел, вставай! Вставай, говорю! Нам сваливать надо, тут 4 звезды у меня! Я его прикончил! Это секретная база, смотрите, действительно. Тут вообще что-то реально секретное происходит. Банана-пожиратель, вставай! Мне нужно тебя спасти! Ладно, хорошо, я тебя сам спасу. Погнали! Ау! Куда тебя поставить? Сюда поставим. Так, и теперь мне тоже надо выйти, а давай. Пожиратель? Ну чё, ты живой?
Вставай, говорю, двигайся! Блин, банан не живой! Ну смотрите, какая у него пасть! Жесть! Слушайте, сегодня мы нашли банана-пожирателя, только он подох! Ладно, ничего страшного, главное не лить! Побежали! Банана, до свидания! Все понятно! Понятно, где теперь находится банана-пожиратель, но нам сегодня надо... Сейчас нам надо спрятаться, спрятаться от полицейских, чтобы они нас не нашли. Давай, 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 давай. Тихо, 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 перекантуемся тут. Спрячемся тут, в этой будке. Давай, давай, давай. Давай, давай быстрее. Нет, они меня увидели. Ладно, друзья, я, в общем, пойду убегать, а вы до скорой встречи, до следующего ролика. В общем-то, пишите комментарии, какого монстра вы хотите увидеть в следующий раз. Все, на этом все. До свидания. Ребята, вы, конечно, молодцы, но я сваливаю. Я сваливаю нынче. Все, всем удачи, всем здравствуйте, всем спасибо, всем хорошо. Всем добро, не забыл, всем спасибо. Всем пока-пока.